Ну что, доброе утро, очередное Магадан, и не только. Еду со спорта, тренировки, которые у нас по утрам, три раза в неделю в Магадане, о них я уже говорила в предыдущем видео. И я решила, у меня еще есть время, сегодня я не бегаю дальше, я решила немножко проехаться по городу. По нашему солнечному Магадану. Кто не верит, что он солнечный, посмотрите. Я не знаю, камеру, конечно, установила как могла. Хотела, чтобы не только небо показывало, но и улицы. Еду медленно. Это улица Парковая. Я выехала вот со стадиона, ну, со стоянки. Сейчас съездим на море. Посмотрим в очередной раз на бухту Нагаева. На мамонта. В общем, поснимаю. Так, светофор у нас не работает. Или работает, я его не вижу. Так, ладно, это мелочи. Что вам рассказать про Магадан? У нас прекрасная погода. Который день, тепло. Вчера немножечко было пасмурно, туманно. Но хочу сказать, что сегодня просто погода шепчет. Если бы не работать, вообще можно было бы отдыхать где-то на природе. С утра температура была плюс 7, сейчас уже теплее, потому что солнышко все-таки греет. Это я еду по улице Гагарина. Кто давно покинул Магадан, я думаю, вам это видео будет интересно. Вы так любите смотреть его новый город. Он такой обновленный, чистый, красивый. Мне кто-то пишет: ой, у вас Магадан такой красивый, такой яркий. Я говорю, да, 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 да. И мы его представляли таким другим, грустным и ужасным. А у нас вот он такой. Так, я в районе Телевышки, я думаю, все знаете, где это. А, что я говорю, все знают. Наделали здесь магазинов. Я даже не помню, вот какие названия здесь магазинов были раньше. Но сейчас вот здесь банк, АТБ, золотой магазин. Слева молодежный центр. Но камера его не показывает. Ух ты, разукрасили пешеходные переходы в городе. Они все, смотрю, уже желто-белые, такие яркие, заметные. Ну, здорово, что приводят в порядок. Еще бы дороги приводили в порядок побыстрее. Потому что после зимы очень-очень много... Очень много выбоин. Причем вылезли как-то так вот. Я не часто ездила, и тут бах, обнаружила, что очень-очень много дырок на дорогах. Ну, в принципе, это каждую зиму так. Точнее, весной, летом после зимы. Это мы выезжаем на улицу Портовую. Слева не видно здание общежития пединститута нашего университета. Сейчас мы с улицы Спортовой. Подождите, какая Портовая? Это коммуна, коммуны, простите. Вот сейчас мы выйдем на улицу Портовой, которая начинается у парка, а это район Урожая. Вот справа. Ой, какой же здесь магазин? Мелодия где-то была. А сейчас здесь Адидас, с другой стороны Золото. А помните магазин Мелодия, да? Вот кто жил в Магадане, наверное, должны его помнить. Чуть ниже Урожай, вот площадь Урожая. Это раньше был когда-то здесь хлебзавод. А сейчас большой рынок Урожая. Первый, второй. Но второй построили и назвали по-другому. Вот Урожай остался одноэтажный такой. Я редко там бываю, но все-таки просто чисто для информации, что он, это мы в этом районе. Что-то я не подумала, что сейчас без 29 и много машин в городе. Вчера мы ехали после 9, когда уже 9:30 даже утра, когда все люди уже рассредоточились по работам и домам. Я просто засмотрелась тут на чужую машину. Так,
знакомая была. А сейчас люди едут на работу, и поэтому много народу. Так, вот мы проезжаем пединститут, педуниверситет у нас. Он имеет какое-то другое название. Здесь институт народов севера или чего-то, каких-то проблем справа. Мы едем по улице Портовой вниз к морю. Конечно, очень мне нравится снимать самой, когда на камере кто-то рулит, а я снимаю. Вот это другое дело. А когда камера установлена, конечно, не та видимость, не тот обзор. Хочется больше показать, а не получается. Сейчас вот мы пытаемся пересечь улицу, тут поворот с речной, или как она называется, с транспортной. Машин очень много. Много грузовых, много прямо вот несутся, прям вот опоздают. Блять, куда вы едете? Нахуй, помеха справа, блять. Охуели совсем. Ой, боже, товарищи, простите. Простите меня. Это я сама с собой разговариваю. Обычно я... Ой, как бы вот закрасить и загладить свою вину. Я обычно не ругаюсь. Ну, когда люди не соблюдают правила движения, я еду по главной, ну, въезжаю на главную дорогу справа, а люди, которые должны меня пропустить, они едут просто нагло, едут, потому что им, наверное, надо на работу. Очень не люблю таких водителей, честно, вот и очень-очень. Так, спускаемся к морю, поэтому простите меня за маты, ну, по-другому... Это я сама с собой, значит, как бы погоревала, поругалась. Они даже не слышали, но я им показала кое-что. Нет, не палец. Я сказала, какие вы дураки. А, в гостиницу «Океан» проехали. Там ресторан был, в котором я была один раз в жизни. Вот. Это улица Портовая. Вот самый такой длинный дом на Портовой. Вот, видите, мы спускаемся к бухте. Ой, как жаль, что я не могу показать вот вам по-другому немножко город. Ну ладно, давайте сейчас вот просто чисто вот у нас поездка по городу с этой камеры. А потом, когда будет возможность, я, конечно, поснимаю немножко по-другому. Так, у нас сейчас обваливается берег. И сделали одностороннее движение. Вот в районе порта, вот здесь обваливается берег. И сделали как бы светофор. Очень много грузовых машин идет в ту сторону и обратно. Естественно, это порт же торговый. И сыпется дорога у берега. Ее укрепляют, пока ничего сделать не могут. И поэтому поставили светофор и пропускную систему. Часть проезжает туда, часть обратно машин. Море, видите, с той стороны. Это пока на светофоре стою. Вот. Не знаю, смогут ли они сделать эту дорогу. Вообще, она очень важна. Это же все-таки дорога обеспечивает всю Магаданскую область, как бы всем, все, что привозится в порт. И все, что здесь проезжает, все контейнера и грузовые машины, они все же идут на трассу, из трассы и так далее, и так далее, чего тут только не возят. Поэтому тут она играет, я думаю, очень, очень немаловажное, а очень большое значение для жизни города и области. Вот зеленый, видите, зажегся, мы поехали. И дорога безобразная. Блин, как и все дороги у нас после... Извините, я не ругаюсь. Нет, не ругаюсь. Так, жалко, что здесь показать вот нечего. Потому что, кстати, вот это справа, вот это остатки домов. Домов, которые на сопке. Давнишние, видите, постройки какие. А вот здесь вот пингвин какой-то. Мы в нем были, в этом кафе, я как-то в сторис выкладывала в Инстаграм. Вкусное кафе такое. Мороженое там, гамбургеры цветные. Мне они так понравились. В общем, очень даже неплохо. Так, сейчас посмотрим, как народ. Рыбаки тут, видимо, ждут своих. Да, вот здесь у нас рыбаки спускаются на... море. Вот мы даже их сейчас...